Вы могли также заметить, что в последнее время он не мог связать даже два слова на чеченском языке. С русским языком понятно, он так и не научился на нем внятно излагать свои мысли. Среди чеченцев есть такие шутки, то есть анекдот. Приехала учительница-специалист по языкам, и приехала она из России, чтобы учить Кадырова русскому языку. Через некоторое время, не добившись каких-либо результатов, она уехала обратно, бубня себе под нос «Дон-дон».